начну с выполнения поручения президента Российской Федерации. Уважаемые друзья, поздравляю вас с 70-летием образования Тюменской области. История вашего края – одна из самых ярких страниц освоения Сибири, ее богатейших природных ресурсов. Здесь, на берегах Иртыша и Оби, русские первопроходцы основали новые города и поселки, построили дороги, школы, больницы, заложили фундамент промышленного развития региона. Сегодня Тюменская область вносит поистине неоценимый вклад в укрепление стратегически важных отраслей отечественной экономики, обеспечение энергетической безопасности страны. За этим бесспорными достижениями самоотверженный труд нескольких поколений ваших земляков, газовиков, нефтяников, геологов, строителей, настоящих профессионалов, преданных интересам дела людей. Уверен, вы и впредь будете беречь эти замечательные традиции, плодотворно работать на благо России. Желаю вам новых свершений, доброго здоровья и всего наилучшего. Владимир Путин.